Здравствуйте, дорогие друзья! Вот я собралась сделать салат супервитаминный, суперполезный из зеленого лука, перца болгарского, красного, огурцов, пекинской капусты, дайкона, рукколы и салата. А, и морковка еще. Я уже морковку потерла. Сейчас я потру дайкон и все остальное порежу. Вот все я натерла, все порезала, осталось только вымешать и переложить в красивый салатник. Вот смотрите, какой замечательный салатик у меня получился. Я переживала за дайкон, но он не испортил салат. Добавьте еще укроп, у меня его нет, и будет вам счастье. Вообще отличный салат, он очень полезный, в нем очень много калия, он очень полезен для сердца. Всего вам доброго!